Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодняшнее мое видео будет о покупочках из магазина «Четыре лапы». Купила я как консервы, так и игрушки и немножечко одежды. И сейчас я с вами этим буду делиться. И плюс в конце видео я вам покажу то, что мне подарила моя подруга, ну не конкретно мне, моим собакам. Вот, просто так, так сказать, пришла в гости и подарила. Нам было очень-очень приятно. Спасибо огромное. Итак, прежде всего хочу я начать, наверное, вот с такой вот игрушки. Сейчас там в четырех лапах проходит очень хорошая акция, скидки на игрушки, на одежду на летнюю и так далее. Вот, поэтому я, увидев это, с удовольствием взяла игрушки. Вот такой вот лисенок, он сам по себе мягкий, но вставлен вот в такую вот резиновую треугольную форму. Форма сама по себе мягкая, эластичная. Вот. А собакам очень удобно будет точить зубки. Прошу заранее прощения, у меня внизу идет борьба. Нельзя, нельзя. Так, не знаю, лисенок пищит. А, да, лисенок пищит, внутри он с пищалкой. Так, стоимость его без скидки была 699, ну, плюс была скидка 50%, следовательно, он не обошелся в 350 рублей. Вообще классный, мне очень понравился. Рекомендую. Также приобрела вот такую вот черепашку. Ну, вот она с ладонь, да, чуть побольше. Лисенок чуть поменьше, наверное, вот так вот. А я сейчас, наверное, скажу вам размер. Так, так, так. Размер лисенка 8,4 сантиметра на 8 и на 8,8. В общем, вот такой вот лисенок. Прикольный. Фирма Рури. Так, это тоже, по-моему, фирма Рури, да. А, написано, что она охлаждающая, но не знаю, возможно, собачкам, когда они играют, снизу зубки охлаждаются или еще что-то, не знаю. Тоже фирма Рури. Без скидки стоила 449, так он, значит, обошелся в 225. Вот такая вот прикольная поверхность с сеточкой. Вышиты звездочки, тут Let's Play, давай поиграем. Внутри шуршалка и... где-то пищалка должна быть. Вот, вот тут вот пищалка. Вот, в общем, классная игрушка. Мне понравилась, решила взять. Тут не так давно делала ревизию всех наших игрушек. У нас их очень-очень много. Ну и, наверное, игрушек 10 я все-таки уже выкинула, потому что где-то что-то откусано, где-то что-то там уже, ну, непригодно. Подшивать уже нет смысла. Поэтому где-то около 10 игрушек выкинула, но все равно нас их хватает. Нас их много. Следующую игрушечку взяла вот такую, также фирма Рури. И это картошка фри. Вот там внутри пришиты вот эти вот палочки. Сейчас попробую вывернуть, показать. Вот так вот внутри выглядит. Вот. И следовательно вот так вот уже... когда игрушка в нормальном вывернутом состоянии. Так, также фирма Рури, она, по-моему, без пищалки, просто с шуршалкой. Тоже охлаждающая. Стоила также 449 без скидки. Значит, 225 со скидкой. Также из игрушек, девчонки, увидела вот такую вот большую, похожую на ананас, подушку. Очень интересный такой материал. Но ее я взяла, она, по-моему, с пищалкой. Вот тут пищалка. А, да, взяла я ее для приютских собачек. Когда поеду, пока не знаю, но, в общем, потихонечку я так накапливаю. Без скидки она стоила 349, со скидкой, следовательно, так, стоила 175, по-моему, да, если я правильно посчитала. Вот, размер этой игрушечки, она достаточно большая, вот если взять, да, те и вот эту. Так, она, значит, по размеру... девчонки и мальчишки, а размера почему-то я не вижу. Написано, это тарелка ананас, игрушка для собак. Девчонки, размера нет. Ну, в общем, вот такая вот. Ее я повезу. Так, и также для приютских собачек. Ну, вообще, я как бы планировала, сначала покупала это себе, но не обратила внимания на размер. Вот она такая, да. Если взять картошку фри, вот рядом положить, то... гораздо такая объемная. Это ананас, он огромный. Нам он явно... нет, ну, конечно, мои могут играть и таскать и все такое, но у нас игрушек много, поэтому я решила, что
Вот эти две игрушки, у меня еще кое-какие игрушки уже отложены. Мы отвезем. Стоила вот эта игрушка по акции 249,50. Она заявлена с пищалкой. Вот тут пищалка. Вообще очень классный, был бы поменьше. Стопудово себе бы оставил. Ну или если бы у меня была большая собака. Вообще классная, классная игрушка. Мне очень-очень нравится. Кладу ее сюда. Так, девчонки, дальше давайте пройдемся по консервам. Так, были скидки на консервы Грандин. Очень они мне тоже нравятся. Вот у меня в предпочтениях это четвероногий гурман. Так, это, безусловно, на первом месте у меня четвероногий гурман. Так, на втором месте у меня, сейчас дай бог памяти, скорее всего, вот этот вот Грандин. Там действительно мясо. Консервы собаки хорошо едят, не надо ничего добавлять, чтобы собаки ели. Ребята, ну-ка играть в коридор. Вот, поэтому консистенция классная. Написано, что он беззерновой. Вот это мы взяли с индейкой. Он для щенков. Но, честно говоря, когда я вот сухой корм покупаю, я стараюсь, щенячий не покупать, потому что там такие витамины, микроэлементы, которые уже взрослым собакам в таком количестве не нужны. Вот, а когда я беру влажный корм, то щенячий корм я беру, потому что они, в общем-то, по составу аналогичны взрослому, корму, да, взрослым консервам. Поэтому, я не вижу никакой разницы и никакого вреда взрослым собакам такие консервы не принесут. В общем, на них была акция, девчонки, к сожалению, не помню, почем я их брала. Но скидка была такая, достаточно хорошая. Так, я взяла сразу упаковочку, взяла 12 штучек. Вот таких вот. Это у меня получается для щенков, да? Сейчас, девчонки, я найду, поставлю. Вот. Если заказываешь, кстати, упаковкой, неважно, есть на них скидка или нет на них скидки, то продавец, магазин 4 лапы, делает на них еще скидку. Скидка 3%, если ты покупаешь... упаковку, да, но там надо будет смотреть в зависимости от консервов, от фирмы консервов, то на, и упаковка, следовательно, разная. Где-то 12, где-то 6 баночек, где-то 24. В общем, в зависимости от фирмы и какую упаковку выпускает. Так, девчонки, пока не буду искать оставшуюся 12-ю банку. Сейчас буду разбирать, найду. У меня тут коробочка стоит рядом, вот тут, в которую мне приехала посылка. Единственное, что мне не нравится, что последнее время в 4 лапах они перестали возить, например. Вот я заказала упаковку, да, и они мне привезли в фабричной упаковке, в которую выпускает производитель. А они в последнее время вот все скидывают в общую коробку. Я понимаю, что порой такое бывает, что, с витрины собирают последние банки и кладут. Но в последнее время это, я заказываю достаточно часто, и постоянно привозят вот так вот, не в фабричной упаковке, а накидано все в единой коробке. Мне это не совсем нравится, потому что, например, фабричную упаковку я могу спокойно поставить на балкон, да, или на кухне, где мне это удобно. Фабричные упаковки, проще складировать одну на другую, поставить. А вот эти вот банки, мне сейчас придется искать место, куда их можно воткнуть, скажем так, или искать на балконе пустую коробку, чтобы их можно было, складировать и поставить так, чтобы нигде ничего не упало, нигде ничего не слетело и не съехало. Так, и взяла еще тоже от фирмы Грандин вот такие вот консервы. Те же самые, только они уже для взрослых собак. Плюс здесь монопротеин, здесь у нас... Тут тоже монопротеин, только индейка, а здесь у нас говядина. Вот, в общем, тоже взяла таких 12 банок. Сейчас я их все вытащу и поставлю, чтобы вы видели, что я, не обманываю, да? Вообще, человек, который никогда не обманывает. Возможно, где-то могу что-то не договорить, по жизни, не на видео, да? Вранье – это не мой принцип жизни, я вообще... против вранья, меня это больше всего в жизни раздражает. Можно, по мне так можно простить многое, но вот вранье, да, еще, знаете, по каким-нибудь мелочам, это такая глупость, так вообще ужасно, в том плане, что
порой тебе врут и так откровенно думают, что ты, наверное, дурак и не такой, и не замечаешь этого. В общем, вот, девчонки, все я 12 банок нашла, и те 12, и вот этих вот 12. Вот. Консервы я уже неоднократно вам говорила, да, почему покупаю в таких количествах, потому что они у меня точно так же, как сухой корм, идут очень хорошо и быстро, собаки едят, например, завтрак у них начинается с влажного корма, потому что, когда я уезжаю на работу, я обязательно кормлю их влажным кормом, потому что приезжаю поздно. И чтобы знать, что как бы собака сыта и довольна, вот с утра я их накармливаю влажным кормом, а потом уезжаю. Так, дальше, девчонки, на четырех лапах были скидки вот на такие вот вкусняшки от фирмы Чевил. Это колбаски из мяса ягненка. Мы такие очень хорошо трескаем, очень хорошо для дрессуры, но мне приходится их, наверное, ломать на кусочки. Вот так вот сделаю, положу. И они были со скидкой. Полная стоимость у них 189. Я брала, девчонки, точно не скажу, 133, по-моему, они стоили со скидкой. Так, дальше. На сайте я уже давно видела эти платьишки, но посчитала, что нам они особо не нужны. Хотела я их купить для дачи, но не за полную стоимость, естественно, и знала, что они будут со скидкой. В общем, скидки мы дождались. Я купила два таких платьишка. Взяла вот такое вот синенькое. Здесь у нас трикотажный такой синий верх. Все хорошо, очень обшито. И такая обычная хлопковая юбочка со сердечками. В общем, ничего особенного, но как защита от клещей, все равно она действует. Так, и стоила со скидкой, скидка была 50%, 314 рублей 50 копеек. Это размер M, тоже фирма Рури. Это мы взяли для, наверное, я вот так вот сделаю. Игрушки положу сюда, вот так вот. Вот, а платье положу сюда. Это размер M, взяли мы его для, пока для мотики. Вот, и взяли точно такое же, но желтенькое платьишко. Оп, сейчас покажу, вот в размере, да, видно, что оно меньше. Это размер S, вот настолько. Вот размер S, это взяли мы для Анфиски. Ну, вообще, мотика в него влезет, но Анфиски тогда будет нечего носить. А как бы покупать в одном размере практически одинаковое платье тоже не хотелось. В общем, вот такие вот покупочки я совершила в этот раз в магазине «Четыре лапы». Вот. И сейчас я вам покажу то, что мне, ну, подарила подруга. Я уже не хочу это не вставлять ни в какое отдельное видео. Вот. Она нам подарила вот такой вот коврик. Коврик он называется, да? Лежанка-коврик. Голова медведя. 30/40. В общем, я уже открывала, и потому что было в более-менее приличном состоянии. 30/40. Так, вот такой вот. Он небольшой. Очень удобно, кстати, брать с собой. Я когда с собаками хожу в магазин, когда летом, они у меня сидят в переноске. У меня такая большая переноска. Ну, вообще, она называется корзина, но я... Когда идем в магазин или из магазина, да, то у меня в магазине... в корзине продукты, а собаки бегут. А когда мы в магазине, то я как раз вот в эту вот корзину-переноску сажаю собак, чтобы, ну, как бы ставлю их вот в эту вот металлическую коляску, и мы спокойно ходим по магазину. Вот, так что уже поздней весной и зимой, конечно, мы с такой переноской не ходим, ходим с другой, но не всегда я ее, ну, помню, что надо взять, а вот в сумке, с которой я хожу в магазин, у меня всегда лежит какая-нибудь такая пеленка или коврик, чтобы можно было постелить, да, чтобы собака села, было удобно, потому что вот в этой вот металлической коляске, ну, как бы основание, оно проволочное вот это, да, и как решетка. Получается, что собака, как курица, сидит на железных прутьях, а, ну, собачьи лапы для этого не предназначены. Поэтому вот такой вот коврик, я считаю, будет вообще как бы классно. Нам точно классно. С одной стороны, вот такие вот медвежата. Вот, а с другой стороны, вот такое вот белое, так как меховое полотно. Вот, ну и внутри этой лежанки есть слой синтепона. В общем, мне очень понравилось. Я покопаюсь на Валбересе, может быть, найду себе такие. Хотелось бы еще, например, одно такое купить. Так, давайте я его сверну. Так, вот сюда, наверное, положу на банки. Вот так. Так, и вот она нам подарила три футболочки. Так, давайте начнем вот с этой.
Я даже не открывала, честно говоря, вот как она принесла, только посмотрела, что какие размеры. Вот это размер S. Он нам подойдет, в зависимости, конечно, как выглядит. Вообще, S это у нас Атос и Аркаша. Так, сейчас я вытащу. Вот такая миленькая футболочка, мне нравится. Посмотрите, это голова Микки Мауса с оленями, с рогами оленя. Прикольно. Такой бежевый цвет с золотишком, серебришком. Не знаю, кстати, как это будет стираться. Но футболочка маленькая. Анфиска в нее, правда, тоже еще влезет. Это 100% хлопок. Мне, кстати, очень-очень нравится. Вот, Светочка, спасибо большое. Прикольная футболка. Она небольшая. В общем, гулять моим красавчиком, красоткам. Так, дальше две футболки. По-моему, они были одинаковые. Да. SM и SM. Сделано, кстати, в России. Унисекс. Давайте начнем с красной. Красную я решила приспособить для... Ну, в зависимости сейчас от размера, посмотрю, для Моти. Потому что я как-то заказала размер S, девчонки. Он приехал такой, что в него у меня чуть ли не мишка влез. Так, да, вот это чуть побольше. Вот смотри, не видно, сейчас покажу. По длине так и по длине так. Кстати, по длине, посмотрите, как хорошо. Ну, намного. Вот. Так что это, наверное, для Мотики будет. О, это тянется. Этот, по-моему, не очень. Так, слегка, наверное, за счет вот этих вот аппликаций. Тут хорошо тянется. Вот. Слушайте, мне нравится. Мини целует Микки, и рядом черный ворон. Шикарно. Так, и вот эта футболка должна соответствовать этому же размеру. Сейчас мы ее также вскроем и посмотрим. Там у нас уже какие-то уточки. Я забыла, как ее звали. Помню, Дональд Дак. А она, по-моему, Дейзи, что ли, была вот эта вот уточка, подружка Дональда Дака. Так, а она, по-моему, поменьше, что ли. Так, точно, я правильно складываю. Да, чуть-чуть, девчонки, смотрите. Наверное, сантиметра на 2,5. Но мне не принципиально. Вот. Этот материал тоже не особо тянется. Вот, это у нас будет точно, наверное, для Анфиски. Хотя, может быть, и Мотика в него влезть, потому что Мотика у нас очень худенькая по объему груди. Вот, вот такие вот покупочки у меня были в этот раз. Вот такие вот подарочки, три футболочки и одеяльце или коврик. В общем, мне все, девчонки, очень понравилось, особенно подарочки. Спасибо, Светик, тебе большое. Вот, приходите к нам еще с подарками. Вот, так что вот такой вот обзор у меня вышел в этот раз. Надеюсь, он вам был интересен. Вот. И на этом я хочу с вами попрощаться. То видео опять получается достаточно объемное. Хочу вам пожелать всего самого наилучшего. Здоровья вам, вашим семьям, вашим близким и вашим питомцам. До новых встреч. Всем пока-пока.